Пешком на трамвае, блядь. Мне просто туда надо. Лошадь, блядь. Охуевшая, блядь. Дура, блядь. Как знал, блядь. Записал, сука. Охуеть, моим мозгам, блядь. Занят ты. Я связаю ютуба, блядь. Ты вот это пропустил. Чё? Ну теперь ещё встаёте. Да похуй, блядь, что машину пропустили. Ты посмотри. Ебать, вырвало пистолет. Дичь. Вообще. Это город Липецк, блядь. Женщина. Смотри, сидит, охренел, еще возникает. Тупая курица. Я не хочу пускать. Я не мозги есть, ребенком едешь, дура, блин. Опусти стекло. Обрежешься, трамвай. Да я вижу. Я вижу, не перечекай. Ну охренел, она навстречку выехала. Сфотографировал ее. Чувак, молодец!
Да, да! Правосудие свершилось! Он сам доволен с телефона. Фары. Ой, документы, деньги. Блин, вообще. Мы сделали ее! Что он так встал-то? За счет повышения пенсионного возраста, сокращения зарплат и повышения налогов правительство Греции рассчитывает сократить бюджетные расходы на 13,5 миллиардов евро. Принятие данного документа означает, что Греция получит очередной транш из второго одобрения помощи со стороны ЕС, ЕЦБ и МВФ. Американцев снова отключили, на Нью-Йорк обрушился новый ураган, он принес сильный ветер и снег, в итоге тысячи жителей остались без... ...времени выпустит свой популярный офисный пакет для разнообразных гаджетов.